Первый в России завод по производству литиево-ионных тяговых батарей заложен в Неманском районе Калининградской области. Проект курирует Росатом. Мы традиционно являемся лидерами в атомных технологиях и по созданию объектов в Российской Федерации, и за рубежом. Нам нет равных, что тут говорить, ни по объемам, ни по качеству наших работ. А вот в целом ряде новых технологий мы делаем первые шаги. Поначалу на завод наймут 900 сотрудников, плюс еще 600 будут заняты на смежных производствах. Это 4 гигаватт-часа в год электроэнергии, гигаваттная фабрика, и это обеспечение электродвижением порядка 50 тысяч автомобилей. Это много и немного. Много по сравнению с тем, что у нас есть сейчас, когда нет ничего, но немного по сравнению с тем рынком электротранспорта, который мы хотели бы видеть во второй половине 20-х годов, 30-х. Поэтому здесь будет не только этот якорный стартовый проект на 4 гигаватта, здесь будет возможность масштабирования этого проекта как на Калининградской земле, так и в целом по России. Первая очередь обойдется Росатому в 26 миллиардов рублей, а в случае строительства второй и третьей очереди завод сможет выпускать батареи на 14 гигаватт-час в год. Первую продукцию завод даст через 2 года, а на плановую мощность выйдет в 2025-м. Батареи будут состоять из ячеек типа NMC, то есть литий, никель, марганец, кобальтовые. Но при необходимости завод сможет быстро перейти на другую химию, например, LFP – литий-железофосфатные. Базовые потребители используют как раз NMC, и все те фабрики, которые строятся, в большей части, они как раз рассчитаны в мире на NMC, потому что те параметры, которые дает батарея с использованием этой технологии, они с точки зрения плотности энергии лучше, чем по ячейкам с другой химией. Непосредственный оператор проекта компании «Ренера», которая входит в топливный дивизион «Росатома ТВЭЛ», уже ставит свои батареи, например, на новейшую «Газель» ИНН. И 90% продукции своего нового завода адресует автопроизводителям, и лишь небольшая доля придется на стационарные накопители. По мировым меркам 4 или даже 14-гигаваттный неманский завод будет небольшим. Например, Honda и LG недавно объявили о плане построить в США завод батарей ежегодной мощностью 40 гигаватт-час. В строительство вложит 4,5 миллиарда долларов, а продукцию он выдаст в 2025 году. Такую же мощность выдаст фольксвагеновский завод в Зальцгиттере, крупнейший из 8 заложенных немецким концерном. А в целом на собственное производство батарей Volkswagen потратит аж 20 миллиардов евро.